Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы с вами взглянем на один... Взглянем на один мод на игру «Как достать соседа», который сделал один подписчик, ну или просто гость канала, и прислал мне в комментариях. Вот с таким вот ником, интересно, вы видите на экране сейчас. Я второй раз уже пытаюсь записать это видео, надо удалить сохраненные игры. Потому что обновился Windows, и почему-то, без моего ведома, в Бандикаме выключились настройки звука, и в итоге видео записалось без звука вообще. Без микрофона, без звуков игры. Да и вообще, Windows что-то хуже стал работать с этим обновлением. Короче, вообще хреново все. В общем, я уже записывал это видео, но, блин, записалось все вообще без звуков. Короче говоря, что это вообще за мод такой? Ссылку на скачивание я на него не оставлю, потому что у меня возникли проблемы с установкой этого мода. Сначала автор мне скинул этот мод, у него там не запускался второй уровень, он исправил там. Ну, точнее, он просто удалил второй уровень, на самом деле. Затем скинул мне ссылку, игра вообще не запускалась. Я, короче, перекинул там кое-какие файлы из папки дата в игру в Woody Come Is Back. Neighbors Back From... Ой, господи, Neighbors From Hell, Woody Come Is Back. Кинул их туда, и вот запускаю через нее сейчас игру. Если автор этого мода это видео смотрит, то, надеюсь, он в комментариях нормальную ссылку скинет. Если это будет нормальная ссылка, я обязательно закреплю ее. И вы тогда скачаете этот мод. Вообще, что это за мод? Это попытка сделать уровни из «Как достать соседа» похожими на уровни из консольной версии «Как достать соседа». Здесь, к сожалению, только первый сезон, только 5 уровней. И начнем с уровня подглядывания. Они почему-то не по порядку разложены, но тем не менее. Добро пожаловать в соседям из ада. Вуди противостоит своему противному соседу, мистеру Ротвейлеру. У Ротвейлера есть ужасные привычки, в том числе и разврат. Как раз вовремя ему преподали урок. Ладно, начинаем. Даже вон звуки из консольной версии, из телевизора есть. Так, в общем, что мы сразу видим? То, что как, так же, как в консольной версии, двери в подвал и на третий этаж отсутствуют. Они не закрыты, как в оригинальной ПК-версии. В оригинале. Правда, вот здесь вот это вот окно должно где-то вот тут стоять, а не вот здесь. Ну, и оно не такое качественное, конечно. Ну, ладно, в общем, не важно. Надеюсь, автор это все переместит. Я играл уже в этот мод, и, ну, понятно, я первый раз записывал. И я помню, что тут будет. Вот так, берем кухонную перчатку. Так, пакости с яйцом нету, кстати. Здесь пакости 3 всего. Так, идем класть пердушку туда. Так. Здесь, так же как в консольной версии, нельзя, как в ПК-версии, голыми руками антенну вот так закрутить. Только с помощью кухонной перчатки. Вот это мне нравится, вот это хорошее нововведение. Вот даже Social Media Live Production, Woody Come Is Back, которые пытались игру сделать похожей на консольную версию, просто добавили сюда перчатку, ее взять нельзя, антенну можно голыми руками свинтить. А этот парень, который мне скинул этот мод, смог. Респект автору за это большой.
Дальше у нас по счету должен идти уровень день рождения. Сет отмечает свой день рождения, Ротвейлер, как всегда, отмечает сам. Ротвейлер должно быть написано с большой буквы. Задувает свечи, задувает должно быть тоже написано с большой буквы. Загадывает желание, тщательно проверяет почтовый ящик. На всякий случай Ротвейлеру одиноко, Вуди навещает соседа. Ротвейлер — это имя, это фамилия у него такая. Винсент Ротвейлер его зовут. Соседа нашего. День рождения. Сади. Вот слышите музыку, которая сейчас играет на фоне? В консольной версии играла только она. Которая сейчас на фоне играет. Здесь в ПК-версии, в первой части, в уровне, ну, дом, в доме соседа, две версии музыки. В консольной версии только вот это играло. Только вот это. Не знаю. Считает... Считается ли это недостатком или нет, но я абсолютно на это не жалуюсь. Я вполне... Нормально. Да. Еще вот такое нововведение, когда он делает пакость, нету сверху шкалы, и он будет делать все быстро, каждую пакость. Как консольная версия, вот это тоже мне нравится, это за это автору респект. Майка аж порвалась. Так, а почему нету пакости с яйцом? Она здесь должна быть. Нет. Также нет портрета. Просто на стене нарисовали. В этом уровне еще должно быть... Шторы должны быть закрыты. Здесь должно быть еще одно окно. И вот эти двери тоже должны быть закрыты. Это в консольной версии так было. Ай, блин, я забыл мыло положить тут. Ну ладно, ждать придется. Хотя долго ждать не придется. Ну и все. На 100% все равно прошли каким-то способом. Далее у нас идет уровень пирог. Ротвейлер расслабляется и ест яблочный пирог, как будто снова все в норме. Нужно же что-то сделать, чтобы вывести его из этого самоуспокоения. Да, картинка, кстати, как из «Когда соседа 2», вот это на фоне. Еще в файлах игры был текстовой документ, что на уровне день рождения и на пианино еще, по-моему, здесь, а может не здесь, по-моему, здесь было написано, что мыло надо использовать именно на кухне. Ладно, так мы и сделаем. Окно в стуле. Окно выглядит на мой дом, но его не видно совсем. Да. Окно тут, конечно, спрайтовое. Так, мыло давайте тогда здесь положим, раз там так написано. Так, и пену для бритья вместо взбитых сливок. А, да, есть один недочет, кстати, на этом уровне, я вспомнил. То, что здесь 5 пакостей всего на этом уровне, а тут написано, что их 7. Автор забыл вот это поправить. Наверное, в ПВХ. В оригинале, конечно, правильно, было 7 пакостей.
Здесь 5 пакостей всего, но тут отмечено как будто их 7. Из-за этого уровень невозможно пройти на 100%. Да, еще вот когда он взял пирог здесь остался, тоже недоработка, надо это исправлять. Хотя в ремастере, который от THQ Nordic сделали, там такая же недоработка есть. Но в оригинале такого, по-моему, не было. Не было, не должно быть такого. Хоть бы читал, что написано. Ну и в общем, уровень надо завершить вот таким вот способом. Пройти его на галочку. Да ладно, что, серьезно, что ли? На галочку со звездочками я смог ее пройти. Я же не все пакости сделал, ну ладно. Я когда первый раз играл и записывал, я на просто галочку смог пройти, на галочку с вот этими звездами не смог. Ну все же, вот это недоработка, надо вот это исправить. Дальше у нас идет уровень пианино. Отвеллер любит футбол по телевизору, но, к сожалению, не на улице. Он старается не обращать внимания на детские забавы, играющие на пианино, плохо. Даже открытый холодильник с едой внутри. Еды у него там что-то маловато совсем, ну и... Так, на этом уровне окно вот это открытое, кстати, и телефон должен вот здесь чуть-чуть располагаться. Так, давайте зарисуем ноты. Экстренникс. Этот выпуск, кстати, экстренный, потому что автор этого мода очень долго умолял меня записать, никак... Надорвется мне уже писать про него в комментариях. Сними, блин. Забыл, надо было это в начале видео сказать, ну ладно. Используем шар для боулинга. Эх, мыло забыл положить. Ладно, может его можно положить там. Звоним прямо из шкафа. Да можно и здесь пак с мылом такой. А 90% всего, ну ладно. Остался последний уровень, это ванная. Личная гигиена обязательно. С нетерпением ожидая освежающего душа, ротвейлер вонючка листает свой фотоальбом, грызет леденцы и готовит пудинг. Но у Вуди уже есть новые шалости. Это да. Ночной уровень. Первый и пока что единственный в этом моде.
есть одна небольшая претензия. Вот, кстати, автор молодец, что в отличие от Woody Comesback, он здесь окно сделал. Правильно. Там дневное окно на ночном уровне почему-то было. Woody возвращается. Это как-то очень странно. Но здесь все нормально. Вот есть претензия к лампочкам, вот этим к люстрам претензия, конечно, они слишком ярко светят. Чересчур ярко, так они не светили настолько ярко в консольной версии. Но тем не менее. Вот это вот свечение прикольное, лампочка мигающая, мигающая лампочка, это прикольно. За это тоже респект автору большой. Так, пусто, да? Так, бутылку надо наполнить мыльной водой. Ну и прямо сейчас, наверное, сделаем пакость с ванной. Да блин, давай же. Так, приятного купания, сосед. Так, ну и на этом все. Мы все пакости сделали. Ну и зачем так рвать портфель? Ой, какой портфель? Альбом, господи. Ну и осталась одна пакость, это вот это. Бутылка с мыльной пеной. Ну и все, на этом. Спасибо за альфа, в данной альфе доступен только первый сезон. Демо выйдет, а сам не знаю когда, ха-ха, действительно. Когда, вы сами не знаете. В общем, надеюсь, что скоро. Первый раз я прошел на это на серебро, потому что вот этот уровень с недоработкой был. Он с одной галочкой был. Я, в принципе, был бы доволен и бронзой, и серебром, и золотом. В общем, на этом все. Есть еще один мод, который мне ВКонтакте прислал Игорь Ща. Интересный мод, мы на него тоже с вами взглянем обязательно. Как-нибудь в следующий раз. Ну ладно, на этом все. С вас лайкос, все с меня эпичные видосы. Если вы делаете тоже моды на когда соседа, скидывайте обязательно в комментариях или ВКонтакте ко мне, пишите. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.